здравствуй. Здравствуйте. Заказали экскурсию по музею пейзажа. Хотят, чтобы ее провела именно ты. Понятно. Эту картину написал. Ну, кто написал? Я не помню. А скажите, пожалуйста, почему художник зайца не нарисовал? Такие красивые игрушки стоят. А где игрушки-то? Наверное, и получится провести экскурсию. Риточка, тебе нужно хорошо подготовиться. И тогда у тебя все обязательно получится. Ну, а вот это как раз тебе и поможет подготовиться к экскурсии. Ну и, пожалуй, вот это.